Новая и доступная серия акустических проводов от компании Kicks. Чистая медь под названием серии Headshot. Ничего не напоминает? Не напоминает ли вам Pride, только который стоит в разы дороже? Kicks, все то же самое. Тоже идет синие-красные провода в такой очень гибкой силиконовой оплетке, которая не дубеет, морозостойкая. Отлично гнется, не рвется. И цена очень приятная. Дешевле, чем на 30% тот же Pride. Значит, приехало три вида этих проводов под названием Kicks OFC12050. Это здесь идет жило, толщина 3,5 квадрата. Идеально для коммутации ваших сабовых динамиков, либо сверхмощные эстрады, либо коммутации, если вы параллелите эстрадные динамики. Цена за метр составляет 160 рублей. Очень приятная цена на самом деле. Далее следующая модель. Kicks OFC14100. Значит, данные уже провода годные для большинства подключений эстрадных динамиков мощностью до 200 Вт. Диаметр здесь примерно составляет, получается, 2,2 квадрата. Цена за метр 90 рублей. Ну и самая тонкая. Эта модель называется OFC16100. Здесь примерно идет по сечению где-то 1,2 квадрата. Цена данного кабеля составляет примерно 80 рублей. И он идеален для подключения уже немощной эстрады, либо SQ-акустики. Данные кабеля станут отличным конкурентом для, в принципе, любых акустических медных проводов в отличной силиконовой такой мягкой оплетке. И даже не уступает таким крутым брендам, те же как DAXA и прочие, в наличии. Новая линейка акустических проводов от компании Kicks серия Headshot.